Тем временем в Екатеринбурге, ожидая высоких гостей, горожанам прописали правила поведения во время форума. Их просят не открывать окна, не подходить к окнам в очках или с биноклем, а по улице ходить только с документами. Местные власти пока никак не комментируют эту информацию. Не смогли рассказать, откуда появились листовки, и в Главном управлении МВД по Свердловской области. Там отметили, что за вопросы безопасности во время саммита отвечает ФСБ.